Всем доброго времени суток. С вами Анми. Мы начинаем сегодня играть в Game Dev Tycoon. По-моему, так она читается. Решил я перед праздниками немножко расслабиться, да, и, как и обещал, буду искать инди-игры, которые мне, может быть, и вам будут интересны. Итак, добро пожаловать в Game Dev Tycoon. Эта игра переносит вас обратно ко времени, к самому началу игровой индустрии. Создайте свою команду качественных игроделов в следующие 30 лет, создавайте хиты, участвуйте на выставках, захватывайте разум тысяч фанатов по всему миру, чтобы в конце концов стать мэтром игровой индустрии. Прежде чем начать, вам нужно дать название вашей компании. Как ни странно, это будет, ну, предположим, на русском языке здесь можно писать Анми и Ко, вот так. И имя у нас будет, естественно, Анми просто. Естественно, мы предводитель. Девочкой. Нет, девочкой мы не будем играть, будем играть мальчиком. Вот такой у нас будет белобрысый и в очках. Одежку мы себе какую-нибудь, не знаю, ну вот давайте вот такого ботанчика. Мальчика-ботанчика, анмиланчика. Достижение разблокировано. Суппорт мы теперь. Суппорт, да, и что? Как здесь что делать-то? Создать новую игру? Ну, а куда жать-то? Ну, давайте создадим новую. Прежде чем насчет сожилотки, должны решить, какую игру вы хотите создать и дать вашей игре имя. Также вы можете выбрать, какую графическую технологию будет использовать ваша игра. Ваши опции первоначально ограничены, но как только у вас будет немного опыта, вы будете в состоянии разблокировать новые. Итак, наша первая игра. Как же она будет называться? Надо, можно сначала посмотреть тематики, да, наверное. Боевые искусства, музыка, транспорт. Давайте боевые искусства. Игра. Так, как же она у нас... Так, подождите, стоп. А почему я... Куда нажать-то? Создать игру. Да, тематики мы посмотрели, просто я хотел... Давайте, ну, раз мы там выбрали файт почти что, да... Будет у нас называться 90-е годы. Или нет, вот так будет понятней. Солнцевские. Тематика боевые искусства. Жанр. Экшен, естественно. И платформа. G54, 56% рынка и обычные PC. Ну давайте на обычных PC, просто дешевле. У нас денег в начале не так много, поэтому просто на PC давайте. Вот так, у нас первая игра будет солнцевский, и она сразу будет... Нет, у нас будет на графике она, естественно, потому что это экшен. Какой нафиг? Разработка игры проходит три этапа. В начале каждого этапа вы можете решить, на каких областях игры вы хотите сосредоточиться. Выбор правильного подхода к вашей игре значительно увеличит очки, которые вы генерируете. Подумайте о том, какие области являются важными для вашей игры, и снизьте внимание на областях, которые, на ваш взгляд, менее важны. Если вы хотите прочитать краткое описание различных областей, смотрите в меню «Справка». Да, я только тут вообще ни одного меню не вижу. Может быть, из-за того, что я немножечко сжал экран. Так... Движок, геймплей, история, квесты. Конечно, нет. Какие истории нафиг квесты? Там просто все бездумно. Идем и всех мочим. Движочек у нас. Геймплей. Ну вот, наверное, на движке мы зациклимся, да? Вот так мы сделаем. Окей, погнали. Разработка игры началась. После разработки игры вы будете генерировать игровые очки, которые отображаются пузырьками. Игровые очки разделены на очки дизайна и очки технологии. Чем больше очков вы генерируете, тем лучше будет игра. Время от времени также будут генерироваться очки багов. Эти очки становятся менее вероятными, как только вы получите опыт. Ошибки должны быть исправлены, прежде чем игра выйдет, но это увеличит время и стоимость разработки. Все понятно. Ну что ж, давай, Анми, давай. Что ты там на бумаге рисуешь? У тебя компьютер перед
мордой стоит, давай. Диалоги, да какие нафиг диалоги, там главное иди лупи всех, дизайн уровней, да, интеллект и да, ну там должны быть, ну хотя там особо ребята интеллектуальные не нужны, но как-то это вот так должно, наверное, выглядеть. По мне, так чтобы было интересно сражаться, должны быть искусственный интеллект, хоть как-то нам противостоять, иначе будет тупое замесило на 2 минуты, которое будет неинтересно уже никому. Ну, давайте вот как-нибудь. Ну да, вот давайте вот так как-нибудь. Диалоги нам абсолютно не нужны в боевых искусствах. Тут абсолютный экшен должен быть. Это однозначно. Во время разработки вы можете также выбрать дополнительные функции для своей игры. Прямо сейчас вы можете только выбрать основные звуки, но ваши опции скоро увеличатся. Выбор дополнительных функций делает игру обычно лучше, но также увеличивает ее стоимость. Вы также будете видеть графический тип, который вы выбрали, когда вы определите игру. Это должно только напомнить вам о вашем выборе. Вы не можете изменить тип графики с середины игры. Понятно. Ну, естественно, все. А у нас только это и есть. Мы тут дизайн мира пока на максимум. Графика тоже должна быть на высоте. А вот звук, да, действительно, нам особо тут звуки. Ну, звуки нужны, конечно. Я там кия, ту-ту-ту-ту, ба-ба. В общем, нужны, но не настолько, чтобы прям совсем там укакаться нам в этом гараже. И будем, в общем, разработка вашей игры завершена. Вы можете нажать кнопку «Готово» для публикации игры, но вделаете. Это только тогда, когда вы исправите большинство ошибок. Ладно, вделаем. Выпуск игры без исправления ошибок может серьезно повлиять на ваши рейтинги, поэтому вы должны делать это тогда, когда вам нужно наличные деньги, вы не можете позволить себе ждать. Но пока у нас 34 тысячи, мы можем ждать, и мы завершим только при полном исправлении багов. И завершаем игру. Какая-то у нас тухлеватенькая получилась. На 8 дизайн, 13 технологий. Разработка вашей игры завершена. При разработке игры вы приобретаете опыт и улучшаете свои навыки. Когда разработка будет завершена, вам покажут сводку полученного опыта. Здорово. Бонус, новая тематика, новая комбо. И что это все означает? Интеллект. Ну, я думаю, что для первой игры мы просто боги. Достижение разбога, создать игру с хорошим состоянием темы. Вау! Вау-вау-вау! Ваша игра готова и будет передана для публикации. Мы увидим отзывы и количество продаж в ближайшее время. Давай, 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 Анми! Анми, нагни всех на рынке индустрии, игровой индустрии. Появились первые отзывы о нашей недавно выпущенной игре Солнцевские. Давайте, Солнцевские, жгите, 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 жгите. Эх, пятерочка. Ну, пятерочка. Отлично, отлично. Для начала здорово. Game Hero, иди ты в херу. Куда ты лезешь со своими комментариями? Вот шестерочка. All Games, я вас обожаю. Вы молодцы. Вы закончите разработку вашей первой игры. Пока вы разрабатываете игру, вы также получили очки исследования. Вы можете использовать их, чтобы открыть новые опции для будущих игр. Что-то много букв. Я, честно говоря, уже устаю читать. Начинает голова болеть. Для вызова меню исследования закройте сообщение. Кликните на экране вызова. Что-то как-то сложновато становится. Исследование. Исследование важно, чтобы разблокировать новые опции, сделать игры лучше. Вы должны постараться сохранить достаточное количество очков исследования, чтобы иметь возможность создать свой собственный игровой движок. Это значительно улучшит ваши игры. Совет. Попытайтесь создать игры с различными темами и комбинацией жанров для небольшого повышения исследования. Подождите. Анмико, вновь прибывший в игровую индустрию, только что выпустила свою первую игру Солнцевские. Игра получила благоприятные отзывы. С таким хорошим началом Анмико, несомненно, быстро найдут фанатов. Это очень замечательно. Подождите, я хотел игровая история. Что такое игровая история? Ну это пока у нас там. Ну давайте исследования. New Topic. Как-то очень частично здесь переведено, да, у меня. Ну ладно, давайте
Понятно, это выбрать тематику, значит, мода, гонки. Ну давайте, наверное, эволюция. Эволюция для стратегии будет здорово. Но мы будем, пойдем по, пока вот в гоночке, наверное. А что такое Custom Engine? Ну ладно, начинаем исследование. В общем, посмотрим, как пойдет. Солнцевский продано в количестве 2431 копии за первую неделю с начала продаж. Теперь, когда ваша игра в продаже, вы будете получать доход от игры каждую неделю. Вы можете увидеть, насколько хорошо воспринята ваша игра, глядя на график продаж в верхнем правом углу экрана. Что же, солнцевские были настолько успешными, что теперь у нас 17 фанатов. Вау! Поклоняйтесь мне, поклоняйтесь. 17 фанатов. Что же, ну неплохо, смотрите, у нас... Ух, ну... Вы успешно исследовали новую тематику для игр гонки. Так, ну это хорошо. И давайте еще исследуем что-нибудь. Давайте вот... Нет, да, не хватает. Ну, давайте... Тоже не хватает. Ну, отлично. У нас чего-то ничего не хватает. Игровая история. Создать новую игру. Ну, пока не знаю. Может быть, подождать надо. 70 тысяч. Ну, во всяком случае, мы свои же деньги отбили. Это уже хорошо. Давайте создадим тогда новую игру. Сначала опять гляну на тематике. Вот, отлично. Сейчас название не можем, да? Ну, приходится вот туда-сюда, чтобы создать новую игру. И, естественно, у нас будет... так, у нас будет игра, знаете, как называться? Маршрутка. Ну, это почти что как Need for Speed, но только... Только, соответственно, транспорт, жанр... Нет, стоп. Да подождите. Нифига не транспорт. Гонки я хотел. Жанр, экшен, приключения, симулятор. Транспорт. Симулятор. Симулятор маршрутки. По-моему, очень прикольно. И давайте дальше... Не знаю, может быть, сюда уже уйти. Тут 20 все-таки тысяч. Ну, разработка на 57. Рынок намного, кстати, больше. Давайте дальше для PC. Ребят, я все делаю для вас. Выкиньте вы свои приставки. Хватит своими джойстиками там в манипуляторами. Давайте покупайте PC. PC. Два графика. Все у нас сейчас. Сейчас у нас попрет. Сейчас попрет, я точно уверен. Движок, геймплей, история. Да какая нафиг история, квесты? Какие квесты нафиг? Геймплей. Все, вот так у нас. Давай, погнали. Так что у нас все в технологии. В технологии все прет, в дизайн нифига. Так, маршрутка, гонки, симулятор, диалоги. Да какие диалоги-то там, о чем говорить-то? Эй, передавать задние сиденья, деньги давай. Деньги давай, поехали. Следующая остановка... опять же, Солнцева, интеллект. Какой нафиг интеллект? Тут пусть будут тупые, если другие маршрутчики. Да, в принципе, они так и есть. Не очень умные ребята. Погнали. Надеюсь, никого не обидел. Надеюсь, меня маршрутчики не смотрят. А то сейчас будет не очень хорошо. Так, маршрутка, гонки, симуляторы, дизайн мира офигенный, графика офигенная, да нет, давайте дизайн немножко вот так, графику зато мы там заточим, ну и звук какой-то у нас там будет у нас там, так как-то, не знаю, ну пусть будет вот так, да, как-то вот так, давай, маршрутчик, солнцевский стас продаж, было продано 9395 копий, общий доход 65, ау, вы представляете, 65 тысяч, у нас всего было изначально 70, то есть мы в любом случае уже в плюсе, причем в огромном, так, нет, баги, все, молодец. Ай, нет, только не баг. Баг не успел долететь. Не успел, я надеюсь. Недавно исследование рынка предполагает, что Говадоры G64 устойчиво превосходят в цене конкурентов в секторе PC. Потребители предпочитают более низкую цену, большую доступность и гибкую конфигурацию аппаратных средств по сравнению с другими домашними компьютерами. Ну не угадали мы. Эксперты говорят, что это могло бы означать конец конкурирующих производителей аппаратных. Вы представляете, успел он все-таки вкинуть баг. Анми, ты
просто животное. Нафига так было делать? Я не понимаю. У нас так все было замечательно. С одним багом теперь обосрут нашу игрушку с ног до головы. Хейтеры покроют нашу голову пеплом. Я не знаю, что там. В общем, нехорошо это все. Нехорошо. Анми, ты меня просто убил своим последним движением своей кривой руки. Так больше никогда не делал. Появились первые отзывы, давайте смотреть. Ну. Семерочка! Вау, наш маршрутчик. Давай, семерочка! Давай, восьмерочку. Или там девяточку. Давай. Семерочка! И еще одна семерочка, и мы выйдем просто в топ. Олгейм, ты меня вот в этот раз совсем не порадовала. Олгейм, я могу уже обидеться. Это не очень хорошо. Ежемесячные расходы 8000. Чему там? Я не знаю, что на 8000 баксов надо жрать такого. Ты перестань это, слышишь, Анми, ты вроде как это, то потом в застол не залезешь. Рекорд продаж. Маршрутка добился рекордных продаж компании с более чем 10 тысяч проданных копий в первый. А нет, вообще, да, 12 тысяч мы. А, это является важным этапом в истории Анми и Ко. Да, кто сомневался, что маршрутчики побьют все рекорды. Тут даже к бабке было не ходи, тут все понятно. Так, подождите. Исследование появилось, смотрите. Так, сейчас мы все исследуем. Исследуем. Новая история. Подождите, какая новая история? Нет, подождите, не хочу я никакую новую историю. Я хочу исследование. У нас есть 50 очков? Не 50. А, да, вот у нас эволюции или постапокалиптические. Давайте эволюцию, потом заточим какую-нибудь стратегию, и будет нам счастье. А пока что, что у нас здесь? Так, что у нас больше пока ничего нет, да? Согласно слухам, японская компания Nintendo планирует выпустить свою собственную игровую консоль. Nintendo широко известна своей успешной аркадой Donkey King. Ну, понятно. Много экспертов индустрии сомневаются, что игровые консоли будут популярны, но мы стремимся увидеть то, что покажет Nintendo. Короче, вот это дурацкое название. Так. Ребятки, вы божественны. Вообще, абсолютно классная игрушка, ребята. Я не знаю, я просто пока в восторге. Вы успешно исследовали новую тематику. Эволюция. Эволюция. У нас скоро будет эволюция. Так, что у нас? Маршрутка. Маршрутка у нас просто денег нам принесла. Не знаю. Но игровая история, исследование. Давайте, можем еще что-то. Эволюция. Не знаю, ну, чужие. Постапокалипсис. Ну, давайте. Потом, может быть, я говорю, стратегию какую-то замутим. Маршрутка была снята с продаж, было продано 17 980 копий. Общий доход 125 980. 893, что-то такое-то у меня сегодня, что-то с числами. Так что ты там сидишь, ковыряешься в своем блокноте? Как ты изучаешь? У тебя компьютер перед... Бла! Исследование закончило. Успешно исследовал новую тематику. Да, постапокалиптические, да, история. Исследование генерации игрового отчета, создать новую игру, история... А что у нас? Ничего, мы какие-то... Ничего кроме этого не можем делать, да? Новая сегодня подтвердила недавно слухи, объявила о своих планах по выпуску новой консоли, картриджи для игр. Кстати, вот у меня одна из первых приставочек именно вот такая была. Представляете, мне ее привозили раз в месяц на неделю. Ой, какой раз в месяц, раз в два, по-моему, месяца. Эта игрушка была чуть ли не на весь район, и она передавалась из рук в руки. Ну, я просто... днями и ночами напролет, пока она у меня была, я рубился. Вы помните контру, старую контру? Вот это была на этой приставке у меня на первая. Потом я ее увидел уже, ну, дальше там, Дэнди, Фигенди. Вот это была моя первая приставочка. Обожаю ее. Так, ладно. Мы отвлеклись. А знаете что? А давайте-ка продолжим в следующей серии. Кому понравилось, комментируем, ставим лайки и подписываемся. Кому не нравится мой канал, пошли нафиг. Пошли нафиг. Все остальные остаемся и ждем продолжения. До новых серий. Всем пока-пока.